Львов совсем недавно живет в городе Видное. Полюбил его всей душой. Услышав о том, что можно стать участником праздничного концерта на дне города, он пришел на прослушивание. Левон – певец и педагог вокала. Я и не знал, что любовь может быть. Я здесь живу уже второй год, знаете, мне этот город очень, как в песне, этот город самый лучший город на земле. Действительно, город Видное мне очень понравился. Надеюсь, что не подведу видновчан, а также себя и свое имя. На прослушивание пришла и Вера Казанцева, видновчанка. Она экономист и большая любительница пения. Хотела выступить на дне города родного, да, коренная видновчанка. И хотелось бы вот вспомнить, так как давно не выступала, около 5 лет, а так усердно раньше занималась в Доме культуры именно здесь. В праздничном концерте примут участие певцы студии эстрадного вокала районного центра культуры. Каждый из детей хочет поучаствовать, но, конечно, к сожалению, не каждый будет отобран, только самые лучшие, самые сильные номера. И мы будем, конечно, стараться изо всех сил показать наши творческие работы, которые будут, надеюсь, оценены зрителями и слушателями нашего города. Дорогие друзья, дорогие жители, все неравнодушные, все, кто может что-то подарить, частичку себя, частичку тепла своего дорогому, любимому нашему городу, мы всех вас ждем. Очередное прослушивание творческих номеров состоится 3 сентября в 18 часов в Доме культуры. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.